Всем привет! У меня набор фараоновая змея. И сегодня мы его будем собирать. И вот, начинаем. Вот, смотрите. Я сам не знаю, что это такое. И все, больше ничего тут нет. Тут инструкция. Ладно, это не важно. Надо как-то разорвать. О, да. Мощь. И, ребят, первое, что мне нужно, это перчатки. Раз, перчатки. А где перчатки? Перчатки. Перчаток нет. Вот. Вот перчатки, которые у меня были. Я их сам одел. И начнем. По инструкции эту плитку надо положить на негорючую поверхность. Спасибо, мам. А дальше мне будет помогать мама. Далее по инструкции необходимо высыпать из цветного пакета в центр плитки уротропин и примять его. Я поступила очень правильно, так как не понимаю масштаб катастрофы, то есть размер змеи, я высыпала не весь порошок. Далее по краям получившейся горочки необходимо разложить таблетки глюконата кальция. И посыпаем все, что у нас получилось, последним ингредиентом из прозрачного пакетика. И сообразив, как это работает, за счет чего происходит рост змеи, сделав дополнительное приготовление в виде пленки на полу огнетушителя возле меня, я осмелела и сделала вот такую уже огромную горку. Смотрите, что из этого получилось. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. The darkest night, when things seem so broken, it's hard to shine. Собственно, вот столько мы насобирали пепла, и наша змея продолжает еще гореть. Эта змея не фараоновая, она лавовая. И мне очень понравилось. Это просто крутецки круто. Взрыв головы просто. Этап один. Положите керамическую плитку на негорючую.